Друзья, всем привет! Всех рад приветствовать на своем канале. Перед началом видео хочу сделать небольшое предисловие. На днях общался по скайпу с человеком, подписчик из города Челябинск, и он рассказал свою историю о том, как он, ну, из-за бухла и вообще там, в принципе, из-за своей вот такой разгульной жизни попал в инвалидную коляску. Видео будет не о том, как вреден алкоголь, не о том, что алкоголь это плохо, а в большей степени будет о том, рассказ о том, что после того, как это произошло, после того вот этого случая в его судьбе, насколько сильно изменились взгляды на вещи, которые раньше для него были ценностями. Насколько вот слово «ценность», насколько изменилось для этого человека. Поехали. На тот момент, когда это произошло, ему было 28 лет. Сейчас ему 39. То есть 11 лет человек катается на коляске. Сразу хочу сказать, что ни семьи, ни детей у него нет и не было. То есть до этой вот трагедии в его жизни он жил только для себя. Он мог позволить себе не работать какое-то время, мог позволить себе отработать до первой зарплаты, прогулять деньги и какое-то время не работать, искать другую работу. То есть, в принципе, он, ну, обеспечивал только самого себя. У него не было никаких обязательств ни перед кем, ни алиментов, ни детей, ничего, ни ипотек, этого ничего нету. То есть, в этом плане он абсолютно свободен был от обязательств перед кем-то. Ну, естественно, я не буду углубляться в то, как это все начиналось. Бухать он начал там лет в 14. Какое-то время, где-то года полтора в его жизни присутствовали иголочки разные. Ну и дальше больше. То есть компания, в принципе, и вокруг и окружали такие же люди, которые тоже никогда ничем не были обременены. То есть вот такой разгульный образ жизни только для себя любимого. И на одной из пьянок, причем это не такой невысокий никакой этаж был, это был второй этаж, он вышел покурить на балкон. Балкон открытый. Старые такие балконы, вот в пятиэтажках часто можно увидеть, которые открытые. Он подошел, развернулся спиной и на поручень, на перила присел, так как на подоконник обычно присаживаются, и хотел закурить сигарету. Он присаживается, одной рукой хочет схватиться за арматуру, которая придерживает крышу, и падает назад. То есть он не разбивает там себе голову в кровь, ничего, нету никаких таких вот там переломов рук, ног, потому что второй этаж, у него просто травма позвоночника, и, соответственно, он попадает в больницу. В больнице он проводит где-то месяц, ему делают две операции, и врач говорит страшную новость, что ходить он больше не будет. То есть вот первый его такой... Первая реакция на это все, он несколько раз переспрашивает, точно ли ему все это говорят. Ну, то есть он не верит в то, что происходит. Он, естественно, в шоке. Но, тем не менее, проходит там еще какое-то время, его выписывают. И он понимает, что на этом все закончилось. Он никогда больше не сможет сам сходить в туалет, подняться, поднять крышку унитаза. Он никогда не сможет выйти в магазин за тем же самым пивом. Он никогда не сможет спокойно выйти на лестничную клетку покурить. Он никогда не сможет выйти на балкон. То есть вся его дальнейшая жизнь привязана, прикована, приклеена к этой инвалидной коляске. Конечно, смириться с этим и продолжить жить уже спокойно жить с этим тяжело. Первое время он говорил, что там постоянная депрессуха, он бухал опять. Ему дали пенсионную эту инвалидность, пенсию. Он пропивал пенсию со своими же корешами. Постепенно знакомые, кто с ним бухали, они от него, естественно, начали отваливаться. Потому что, ну а что с ним делать-то? Он не выйти никуда. Если к нему приходить, его нужно было на коляске спустить, на коляске поднять, потому что живет он в пятиэтажке. То есть он особо никому и не нужен. Вот он получается, ну он как бы кинут. Все. К нему заходили, он говорил, какое-то время побухать, когда знали, что у него будет эта пенсия. Такие совсем как бы нахлебники. И то есть человек, все, он уже там чуть ли не руки на себя хотел наложить. И он рассказывает, что когда такое происходит, ты понимаешь, что вот
та разгульная жизнь, то, что ты считаешь кайфом, развлечением и удовольствием, когда ты можешь там нанюхаться, обкуриться, вмазаться, это вообще ничто по сравнению с тем, когда ты сидишь в инвалидном кресле и понимаешь, что действительно кайф – это когда ты можешь спокойно, просто спокойно, самостоятельно ходить. Ходить, передвигаться, ходить в магазин, встречаться с девушками, посещать какие-то там, я не знаю, кафе, кино, все что угодно. Даже, он говорит, банально просто встать с кровати, взять со стола пульт от телевизора, сходить в туалет и дойти до холодильника. Вот он эти вещи теперь называет счастьем и кайфом. А раньше для него в приоритете было побухать, покурить и потусить. И очень много людей, кто до сих пор продолжает бухать, курить, колоться, и они именно в этом видят наслаждение. Вообще не задумываясь никогда о том, что в какой-то момент для них реальным наслаждением может стать просто самостоятельное передвижение. Это, он говорит, это настолько вот душу просто в узлы завязывает, когда ты смотришь на своих знакомых, которые ходят так же, тусуются, бухают, что-то делают. И даже не важно, он говорит, не важно то, что бухаешь, это уже он вообще об этом не думает. Когда вот он говорит, ты смотришь, как твои знакомые просто передвигаются по улице, вот тогда, говорит, ты начинаешь себя просто, ну вообще просто ненавидеть за то, что ты так бессмысленно прожигал свою жизнь и добился того, что ты прикован теперь к коляске. Все, как бы жизнь навсегда поделилась на до и после. И для человека теперь, вот говоря, вспоминая то, что я говорил в начале видео про ценности, теперь они для него совсем уже другие. Он переосмыслил все, но уже поздно. Что бы он ни сделал, уже поздно. То есть не подлежит ремонту его организм. Вот такой вот еще один, пока еще живой пример того, что все заканчивается мгновенно. И, естественно, тогда, когда ты этого не ждешь. Если этот человек согласится принять участие в записи видео, обязательно будет ролик, посвященный ему. Огромный тебе привет. Друзья, бросайте пить. Живите трезво. Всем счастья.